Ну что, друзья, сегодня у нас очередные зарубы с Бальтазаром. Бальтазар уже начал каточку у нас. Давайте покажи, что он сейчас в стриме. Вот он сейчас сидит довольный. Все, гуд. Душа идти. Мы находимся с ним, в принципе, сейчас в одном лобби. Ну, как обычно, в принципе, как вы знаете, все в целом. Я прикрою его страничку. Опс, наверное, запалил там все. Ладно, это лишнее. Это лишнее запалил. Но я это вырезать не буду, наверное, уже, ладно. Не суть. Короче, погнали. Идем мы, наверное, сейчас куда-нибудь, не знаю, катки на 83-й карты с Бальтазаром, они такие всегда веселенькие. Позорим, что по пику, I'll pick shuffle, players no swap, хорошо, так, ну что у нас получается, мы с Бальтазаром в команде, да, а нет, раскидала, Бальтазар у нас ВС, хорошо, give me mid, давайте напишем вот так вот, спасибо, ребятки, центральную, если что. Пойдем, центр. На чем бы таком засолить их? Шторм, очень интересная игра. Давайте на шторме попрыгаем. Так, нулики. Спирит Брейкер сразу. На шторме, если честно, на 83 давно не играл. Вообще жесть. Давно не играл. Это GG. Бальтазара там закидывают сегодня донейтами. Бальтазара поздравляю, чисто от души, серьезно. Очень много ему там уже накидали, чисто... Чисто искренне рады. Так, вот Кура, как-то тут Кура сразу, ну, типа, соло-Кура. Соло-Кура, что за фигня? Типа, парни покупают Курера. И не дается Кура. Give Kour. Give Courier. Пишу. Шары. What the hell? Почему-то вот галочки висят. I share you. Bro, I can't use. What the f? Не могу использовать. Сейчас он посмотрит через эту кнопочку. Странно, почему не может юзать, типа. Ну, я не могу юзать курьера. Почему-то такой баг, короче, это шуфл. Из-за шуфл мода вот этого, короче. Это мод такой, возможно. Возможно, мод такой. Мод, из-за мода, короче, багается. Nope. Из-за мода багается, что не можешь, короче, курочку подюзать. Ладно. Ай-бай. Фор. Ми. Соло. Хорошо. Так, у нас ларки там, у Ахевичи. Спектры. Тяжело будет, Баратрум будет сейвить, цеплять, душить. Ребятки, в общем, надеюсь, катка получится интересная. Let's go. Watching your streams. GG. Thanks so much. Thanks. Бара тут стоит на разминочке, но, скорее всего, что-то у нас ребята не пикают, не знаю, фкшат. Рун у меня тут, наверное, не получится забрать. Ну, поспамим. 70 маны всего берет ремнант, вообще жесть, изи. Изи. Nice streams, thank you so much. Так, для себя куру возьмем, жалко, что нельзя открыть. Ну, пойдем на базу, пойдем сходим, ребятки, откроем. Что ж, катка, надеюсь, получится интересная. Сыграем на шторме. На шторме на 83-й карте вообще давно не... Ну, вообще, если честно, на 83-й на шторме я не люблю играть. И не любил. Это жесть. Если честно. На 83-й карте никогда не любил на шторме играть. Отдавал предпочтение либо Лине, либо Лишраку, конечно же. Двум этим персонажам. Кто мид идет? Мид никого нету, вы чё? Это шо, фрифражочек? Фрифражочек получается. Опа, вайпер. Это ГГ. С вайпером, конечно. Ой, хорош. С вайпером, конечно, стоять. Ребятки, это такое себе. Ну, попробуем раздамажить как-то. Попробуем, посмотрим, что там за вайпер будет. Может, не оверскилловый парень какой-нибудь. Потому что вайпер мид просто уничтожает. У шторма. Вот так, поспамивать будем его. Кристаллоидка пришла, варды ставить, да? Кристаллоидка пришла. Подставить вардецкий. И добить бы еще хотя бы одного. Only one. Хорошо, но придется так. Ну, курочку я взял, зря я брал. ЦМ-ка взяла. И, короче, зашарилась курочка. По кайфу ЦМ-ке. Спасибо за то, что поставила вардик. Ну, вроде, пока что все нормально. Вайпер не сильно душит.
Не сильно душит. Не сильно душит, и тут же дает оплевуху. Ну, сейчас это дело времени, на самом деле. Еще подстакивать надо, ребятки. Будем пулять и подстакивать. Пулять и подстакивать. Хорош. Ой, животное. I need assistance, бро. Хорош на развороте. Дам тычку. Хорош. Отлично, размансили. GG. Батлыга. И сапог возьмем сразу. Красава. На ЦМ-ке. Красава. Сапожок. Хорошо. GG ЦМ-ка. Молодец. Бара, конечно, такой думал, на горяченькое, да? Но через ремнанты будем качаться. Блин, забылся я на самом деле о том, что надо подстакивать. Жду курочку. Ждем курочку. И let's go. Немного поддушивать. Чуть поагрессивнее будем стоять. Вайпер все-таки это вайпер, ребятки. Вайпер это страшно. Записывается вся эта канитель. Записывается вся не канитель. Хорош. Подразменялись немного. КП, но у меня ботл. Я как бы... Нормально так размениваться, в принципе. Ой-ой-ой. Боже, этот бара. Это, конечно, нечто. Хорош. Вы что делаете, пацаны? Ой, хорош, господи. Пацаны, ну вы что-то перегазовываете сейчас. Вы что делаете, ребята? Так, ну тут ремнантом не буду задушить. О, а тут руна лежала. Как так? 2 секунды, не успеваю. Эх, прикинь. Ну, вот тоже хорошо. Тоже хорошо. Неплохо. Тоже хорошо. Хорошо. Ох, что тут бара. Ух ты. Ничего себе. Что-то мне-то спамит кто-то. Хейс, 3 мне делаюсь. Не, сор, бро. Нету стрима, брат. Так, ну что, это ПТшечка. Подфармливаем пока тут. Раскачали мы первый. Раскачали. Хорош, есть. ЦМ-ка чисто на ромах. Красавчик. Сейчас ПТ-ха придет, можно будет попробовать забрать его. А, там стики, 7 стиков, это очень много. Очень много. Очень много стиков. ПТ-шка. Ждем руну, наверное, ребятки. ЦМ-ка красава. Вообще, если бы не ЦМ-ка, все было бы намного хуже. А давай вайпера, кстати, подушить чуть-чуть. То есть, когда мага залетает. А на 7-м попробуем. Хорош. Рунка есть. Давайте возьмем статику. Сейчас тут подстакаем, пойдем на нижнюю руну и, возможно, низ ганганем. 3, С, М. Хорошо. О, големы, глиномесы. Стики, гоу. Сейчас, брат, секунду. Монет. Пойдет. Пойдет. А чё, наш какую тут ульт кнопку? Хорош. На G нажимаю, короче, не жмется, прикиньте. Чё, думаю... ЦМ-ка мита облизывает. Грех тут будет насосать. Первое, что будем делать? Наверное, бладик дефолтный. Не знаю, нанизу суета, ребята. Жесть, нанизу суета. Но нету маны на ТП. Иллюзии. Маны на ТП нету. Хорош.
Отлично. Но этого чувака вряд ли зацепим. Это чисто тщетно было. Чисто тщетно, я вам отвечаю. Есть. Ну, цемочку продали. Можно было, конечно, иллюзиями разбавить контору. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Браконьерище. Такое. Надо на базу, ребятки, идти. Хотя, сейчас, в принципе, зарегенимся, соловинг будет. Айти-то отведем. Джи-джи. Хорошо. О, на себя надо направлять отдельно. Сколько там иллюзий? А, ну я подстакаю сам, наверное. Соло там пошел, брата. Я не видел, у меня нету маны. МП, МП, МП. Блин, вот эти стаки я, может быть, зря делаю, потому что тут бальта будет, возможно, расфармливать. О, джи-джи. А как он успел раньше взять, ребятки? Блин, я, если честно, райт-кликом пытался взять. Райт-кликом взять пытался из-за этого. Ну, ребята должны задушить. Ой, там спека еще. Печалька. Я райт-кликом попытался взять, а он успел. Ну, то есть... Как, в 85-й карте берется райт-кликом руна. А в 83-й надо нажимать ботл, нажимать на руну. Это вообще зашквар. О, цемка загрела. Жесть. Там стаки. Ужас. Ладно, нормально, в принципе. Ну, акс-дагер, это плохо. Это плохо, ребят. Давайте куру продадим. Наконец-таки я так на базу отправился. Хорошо. Вайпер на топе спека. Го сюда, парни. Что первое будем делать? Бладстоун желательно. Желательно. Вот такой себе. Я там не должен был умирать. Но маны нету, видите как. Бери. Тейк. Тейк. Давайте зафармим. Пацанов. Оу. Хил понятие на стаках. Я чувствую, они сейчас забирать будут. А, нет, нормально. Пойдет. Забираем. И хорош, не души. Вот так вот парни решили меня душить. Но маны нету на полеты. Погнали, мы заберем руну, ребятки. ТПшка КД. КДТП. Там, конечно, проблема с омником будет. О, хорошая руна. Хорошая руна. Пойдет. Уф, сбил! А как? Лол. Вот и на прищеленец. Прикинь, что делает, смотри. Прикинь, что делает. Ладно. Прикинь, что делает. Спектра ультанула, но это я не мог ожидать. Так, арчит вообще бы тут ферстом. Блин, тут ботл конченый, поняли? С этого выходишь чуть-чуть дальше. Арчит надо тут, ребятки, вообще ферстом. Там омник. Давайте с арчида начнем, не с бладика. Гоу к ребятам. Попробуем задушить. 700 маны. У меня 1000 маны, в принципе. Сейчас будет прыгать. Ля, там такой актив. Гоу. 9 левел у меня, к сожалению, только. Омник, юзан, вот смотри. Я могу сейчас так нормально влететь. Пойдет. Пойдет. Могло быть и хуже. Арчить надо вообще. Ну, вообще должны были забирать Акса. Не забрали немножко. Чалька. Там бара, да? Бара. Не сломали нам тавр, да? Так, ну что, шутки шутками, но на самом деле фарма у меня очень мало. В этой карте я немного теряюсь как-то по фарму.
Начальную стадию отыграл, а дальше КЗ. С командой или надо плеить? Или как? Немного непонятно. Вот оперунка. Хорошо. Скорее бы 11-й. Шутки шутками, парни. Сларк там ничего не имеет. Табор лоу хпов. Давайте табор поколотим. Арчит. Первое, что сделаем, это арчит. Я считаю, это будет более импактно. Более импактно собрать арчит сейчас будет, нежели чем Бладстоун, потому что надо Омника закрывать. Чем раньше Омника закроем, тем лучше будет. Хорошо. We need words. Да, кстати. Хорошо. И в лес надо бы нырнуть. О, вот так возьмем. Нафиг я юзаю ботл. Оу, вы чё? А что ТПТ носил? Хорош. Хорош. Отлично. А моя команда рядом. Неплохо. Спека там еще живая. Спека жива. Аккуратно надо. Пойдемте сейчас нулик продадим. Нулик продадим. У нас пол арчида есть. Но на самом деле долго фармится. Когда хорошая, но... Ля, what the hell. Ай, го на базу. Пешком. Хорош. Че там, один обливия. Ну долго-долго. Фражочков надо, ребятки. Тут за фраги много даю золотом. Жесть, у нас там сларк 1.04. Но нормально, пока нормально. Пока нормально, парни. Чуть меня не зацепили, смотрю, я такой смотрел куда-то там на базу, смотрю, у меня это... Жесть, на 300 маны он столько пролетает, на 83-й, на 83-й, это ужас. Давайте QR, хорошо. Гоу задушим. Спека еще. Отменил ТП, да? Печалька. И главное, чтобы там никаких других юнитов не было. Типа Ахевич. О, так можно задушить. Можно задушить. Печалька, но я тут скорее всего умру сейчас. Камон! Бара бежит. Жесть, пробежал. Там, кстати, по артефактам есть, да? Кнопочка почти. 400 маны у меня есть. Хорош. Арча... Почти арчип есть, да, ребятки? Да, надо чуть доколотить. Чуть доколотить. Оу, это отомщение. Это отмщение. Надо отойти. Отойти. Я побоялся, что Бара побежит, поэтому на фулману не летим, ребятки. Фулман не летим, потому что Бара может побежать. Он сейчас опасная ситуация Омником. Давайте сейчас сделаем. Уже добьем. Наш арчит. С горем пополам. Хорош. Фокусить Омника надо будет. Хорошо, погнали. Я почти до базы долетаю. Жесть тут, конечно, имбово. Имбово. Так, ну что, я готов цеплять кого-то. Спека будет проблема. У нас Ларк, к сожалению, ничего пока что не имеет, ребятки. Не имеет пока что. Там Омник еще. Я боюсь, просто я буду прыгать, и меня будет Бара залетать. Это, конечно, проблемно будет. Но это так и будет, в теории. Если я прыгаю. Ну, next Bloodstone, ребят. Не варик по-другому. Bloodstone на next, по-любому. Также дальше подфармливаем. Дальше подфармливаем руну, сейчас заберем. Крипы какие-то странные тут. Странноватые крипы. А, наверное, то, что Бара тут набегал, надамажил. Хорош.
На бара набегал, надамажил. Так, point booster берем. И на... Или нафиг идем. Хорош. Хорошо. Пока что никакой суеты нету. Но спектра фармит, ребят. Спектра фармит. Оу, щит. Урбалги ходят. Хорошо. Пока фармим. Пока что фармим как раз левел. Левел у нас сейчас 12 был. 12 левел самый по кайфу апается. Поэтому фармим. Сейчас point booster возьмем. Почуть-почуть расфармливаемся. Вайпер тоже будет проблемой. Тяжело будет убивать. Ух, не добил. Сложновато. Давайте ТП-шку купим. Как раз, кстати, у меня очень хороший эскейп. Возможно, эскейпы очень хорошие. Поэтому надо тут аккуратненько сейчас под ТП-шки. Низ поломаем, скорее всего, и улетим. Оп, хорош. Ребята там что-то душнилу какую-то включают. Ну, не сломаю, прилечу. Глифы еще есть. Спектра вместе с ними в драке, короче. Давайте за лосхитим. О, найс, лосхитим. Так, гул ТП. Или нет? Ля, нафига я ТП сделал? Бэм убился. Печально вообще, что за бред. Гоу. Хорош. Да, здесь шторм, конечно, имбовее тем, что карта меньше. Можно много раздамаживать. Но, если честно, драка такая себе. Такая себе драка, ребят. Ее, по сути, не было, этой драки. Один я соло не потяну, надо команде помогать. У ЕСа почти 2000. Давайте point booster возьмем. Там БМы. БМы. Почти есть у меня, по сути, Bloodstone. Но Bloodstone вообще надо было вначале делать, мне кажется. Хотя нет, арчит. Арчиты, конечно же, файты. Арчиты, файты. Омника фокуса, GG. Омника фокуса, GG. Ля, там животное бежит. Нифига он вообще в one way бежит. Оу, щит, только не крутись так. Ааа, не надо, стики есть. Хорош. Уф, вот это на самом деле сейчас была полуслучайность. То, что там лоу хиповая спека стоит, я ее добиваю, выживаю. Найс. Хорошо. Хорошо, почти есть бустер. Соул, естественно, бустер. Соул бустер, естественно. Хорошо, он зацепил. Сало, хорош. О, хорош. Так, есть. Имеем, практикуем. Почти есть бустер, ребятки. Давайте куру отошлем на низу. ЕС даггер имеет. О, там, это иллюзия, да? Иллюзия омника. Я думаю, это омник. Думал, это омник. Там, оказывается, иллюзия. Хорошо. О, тут еще, кстати, это работает. Так, гоу, вот это сделаем. Когда пролетаешь, он срабатывает еще. Немного по-другому тут механика игры, если честно, немного путаешься. С 83 на 85, с 85 на 83, немного путаешься по механикам игры. Так, солбустер есть. Солбустер есть. Есть плюсик? Не знаю, надо было... Не-не-не, их три. Это что там происходит? Что такое? Ну, я убью его. Думаю, полечусь, на месте станет.
Хорош. Барач это вообще какой-то это. One Way Gaming делает постоянно. Тупо один путь у него. Суицидальный. Тупо один путь. Суицидальный. Так, ну команда подсасывает. Сейчас уже будет Bloodstone. Почти есть. В принципе, неплохие артефакты на эту минуту, я считаю. Есть Bloodstone, надо не забыть солбустер подобузить. И все будет огонь. Солбустер подобузим. Вот так вот делаем. Оп. Берем, поднимаем. Хорошо, есть Bloodstone. Монорекс сейчас будет лютый. Но надо спеку искать. Проблема со спектрой в лейтгейме будет. В лейтгейме будет проблема со спекой. На топе очень много крипов, кто с Ларк идет. Да, Мом с Ларк купил. Где Лотар? Ларк Мом покупает, это плохо. С Ларк с Момом это, конечно, нечто. Хорош, пойдет. Вон спека, вон. У меня, блин, маны нет. Ларк, живи! Оу. Как же поздно, глобал. Хорош. О, хорош. При Бладстоунчике сюда. Есть ульта. Хорошо, Омника, главное, зафокусились и ГГ. Ну, Линку, кстати, сейчас сделаем. Пойдем на Т2. Хорош. Они очень сильно давят, это их ошибка. Это их ошибка. Пойдет. Очень сильно давит, это их ошибка. Так, у меня есть 800 маны, да? Быстро регенится. Сейчас Блады накопим, будет нормалек. Кевич тоже что-то там хочет взять крутое. Хорош, погнали на рун. О, дабль дамага. Дабль дамага, это хорошо. Дабль дамага, это круто. Что там у Сларка? Сларка сколько? 200 золота, 0.5 Сларк. Не знаю, но я тут единственный кор на данный момент. На данный момент я тут кор. Че, в туман войны летим, парни? Сюда, например. Ууу. Ну, как МХ, да? Да я видел, что там бара. Правда, нету кнопок, брат. МПшки не было, я поэтому сильно рисковал. Пойдет. Даже такой каличный шторм, как я, раздает. Пойдет. Можно сейчас вообще... О, давайте арбу купим. Вместо, наверное... стиков. Ну, что я купил, ё-моё. Не то купил. А, поняли, да, почему я это купил? Потому что арба на 83-й, на 85-й карте там находится. Ладно. Все равно как бы пригодится. Пригодится. Хорош, 17 левел есть. Вальта на топе там. Сейчас вот сюда и оттуда полетим, если что, с магазом. О, щит. А в смысле сало ему не кинулось? Чак. Нормально. Есть. Так, давайте вот это продадим. Оп, арба. То есть 15 бладов есть, это очень хорошо. Можно работать. Можно работать. Сейчас зарегенимся еще. Ой-ой-ой. Хорош. Давайте отойдем. МП. Давай подождем чуть. КД, КД. Жди. Не надо так сильно бычить. Интересно, а можно его? Как на 85-й поймать? Хорош. Как на 85-й тут работает, братцы? А чё хосту не забрал? Хорош. Пойдет. Как на 85-й? Можно ловить тут бару.
На профессионал скилле, как говорится. Все, let's go. Гамит. Есть у меня линка, 18 бладстоунов. Главное сейчас не ошибаться, не получать много урона. И все нормально будет. Балансить. Вообще надо... Варды. Go. Где мои варды? Нету варда, да? Плохо. Че, на верочку газанем? Лол! Вот это имха. Ару. Блин, вообще на рандом, честно, полетел. Чисто жесть, джи. Ужас. Варда там нету, просто варда нету. Ну, по чуйке, если честно, ребятки. По чуйке как. Ну, кто-то по-любому там должен был фармить. Джи. Где? Так, бара на топе, да? БКБ-ху, интересно, надо будет делать тут в этой катке? Спека на низу. Но сейчас вижен ЦМ-ка даст, можно будет полететь. Опа. Хорош. Так, дабл килл, вот она. На вставочку. Ты что делаешь? Там Махевич. Ну, хекс дальше, ребятки, next. У бара. Хорош. Пойдет. Было бы еще класснее, если бы он прыгнул и задизейблил. ХП у меня немного, ребятки. Гоп, это на силу. Ребята не хотят, да, пушить? Соло я не буду пушить. Ей, Криса Стиллер. Криса Стиллер. Че, будешь дебардить? С руки за душу. Хорош тут. К центру. Ну, жесть, задушили, в принципе. Задушили, я считаю. Ну, сейчас хекс сделаю, ГГ. Топ ломаем. Я на низ полечу, наверное. ЦМ-ка молодец, на самом деле, много сделала мне. Правильный. Правильно, очень много помогла. Хорош, так, 2000. Ультимейт арба. Хорошо. Фига там на топе суета пошла. Давайте туда стягиваться. Ультимейт арбу, гоу заберем. Там монета, монета мне нафиг не нужна. Сейчас на всю ману полетим туда. Ребятам, главное правильно попасть ультой. Будет хорошо. Ладно, ультой попасть. Ребята бегут. Так, ребята задевардили, да? Нахевич лоу хп там. На атака. А, уйдет. Ну, я жалко, далеко был. Жалко, далеко был. Такое себе, парни. Что там у Сларка хорошо. Отлично. Почти хекс есть. Давайте Voidstone возьмем. Где там Voidstone? А, он в магазах боковых. Все, блин. А, я такой В. В нажимаю. Че, думаю, где, почему не берется? С ребята, рекур. Уве. Тут можно закупать? Как-то, по-моему... А, вот здесь... А, все, забыл я. GG.
ребята сами разберутся. Ух, вот это я кайчу. Нормально. Вот это я там кайчу. Хорош. Отлично, хекс есть. Т2 будем ломать, интересно. Т2. 29 бладстоунов. Сюда. Хорошо. Нормально. Я бы даже сказал, отлично. Хорошо, что линку от бара еще сделал по кайфу. Смотри. Что происходит? Го, на базу. Полетим. Жесть, он почти на фул ману. Шторм пролетает всю карту. Это как вообще? Это что? Он, наверное, сюда куда-то пойдет. Мне так кажется. О, вот так. О, вижу, нашел. GG. Хорош. Жесть, он... Ну вот разница, ребятки, 83-й, 85-й карты, она просто на глаза. Потому что на этой карте вы можете почти на фул ману пролететь до базы чисто. У вас 2700 маны, вот, и я лечу почти до базы. Это что такое? Это типа, ну... Это баланс, скажете вы? Это не баланс, братцы. Это говно. Куда бара побежал там? Это говно полное. Это не баланс. Принимай, брат. Гостей. Краснодара. Это овнич просто. Ну, на вставочка. Просто на вставочка. 33 бладстоуна. Хекс есть, все есть. Джи-джи. ГГ. Жесть, пацаны сдаются просто. Last FF остается. Джи-джи. Дропит антихак систем. Бальтазар МХ. Хорош. Ну, задушенная, не знаю, это well played просто. Джи-джи. Джи-джи катка. 34 бладстоуна взял. Это очень много, ребятки. ГГ. Я думал, тут заход в ХГ будет хотя бы, что-то какой-то пот. А тут получилось так, что за 35 минут задушили. Хорош. 4700 еще есть. Гоу. У меня хекс есть, все есть. Джи-джи. Ну, доламываем, ребятки. Манты язык. Джи-джи. Да, ребят, вот такая катка у нас получилась. Такая катка получилась. Ну, погнали некстовую, ребятки. Не забываем, что на канале еще много видосов с Бальтазаром, как мы играли. Поэтому, ребятки, если что, если хотите, заходите, смотрите. Давайте проверим, что там у нас у Бальтазара на стриме творится. Сейчас зайдем, включая второй моник. Бальтазар, what the hell? Post again. GG. GG. X. Let's go. GG. Жесть. Антихак еще на другом. What the hell happened last game? What the hell? Это жестко было. Go 9xx9, bro, let's go. Погнали, ребятки, некстовую. Некстовую катку вы увидите в некстовом видосе. Не переключайтесь. Наверное, я не знаю. Посмотрим. Win, lose, пофиг. Будем выкладывать.